13 признаков, что ваша жизнь изменится в ближайший месяц. Существует множество примет, предвещающих, что в судьбе вскоре произойдут перемены. Их нужно вовремя замечать, чтобы как можно лучше подготовиться к позитивным событиям. Давайте узнаем приметы, сулящие везение и удачу. Первое. Если обнаружите на земле застегнутую булавку, то жизнь вскоре станет лучше и интереснее, а в нее войдет финансовый успех и процветание. Второе. Божья коровка, которая села на одежду или на руку, обещает скорую удачу. Крапинки на ее крыльях подскажут, сколько дней осталось до счастливого дня. Третье. Когда молоко сбежит и на плиту, то расстраиваться не стоит. Приметы обещают, что время неприятностей закончилось, а впереди ждет череда позитивных перемен, и их не нужно упускать. Четвертое. Если над головой пролетит птица с громким криком, то это обещает крупное везение. А в ближайшее время денежные проблемы уйдут навсегда. Пятое. Трехцветная кошка, перебегающая дорогу, предвещает крупный успех. Приметы, приносящие перемены в личных отношениях. Первое. Если постоянно встречать воркующих голубей, то одиноких людей ждет судьбоносное знакомство. А во-вторых, когда девушка утром 3 раза подряд первыми встречает мужчин, то ее ждет судьбоносная встреча. Также примета работает, если мужчина встречает 3 женщин. Третье. Если удариться локтем об стол, то скоро произойдет встреча с любимым человеком. Четвертое. Позитивные перемены в личных отношениях ожидают того, кто увидит на своем подоконнике синичку, монотонно стучащую по нему клювом. Особое везение настигнет человека, который встретит птичку, шелушающую семена. Приметы, приносящие удачу в карьере. Первое. Если 3 раза в день споткнуться правой ногой, то вскоре можно ждать успешных сделок и уникальных перспектив. Второе. Если ступить в лужу перед важным делом, то никаких неприятностей в профессиональной сфере не будет. Третье. Если в магазине дали сдачу монетами, то в будущем можно ждать крупных финансовых успехов. Чем больше мелких денег дадут, тем крупнее будет доход. Четвертое. Деловая встреча закончится удачно, если перед ее началом встретить улыбающегося человека. Конечно, верить в приметы или нет – это личное дело каждого, а мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.